Once again. Once again. Реализация задач комплексного национального развития наших стран является приоритетной на повестке дня и способствует, этому способствует российско-китайское стратегическое взаимодействие, которому уделяют постоянное внимание президент Путин и председатель Си Цзиньпин, в том числе вырабатывая новые рубежи, в направлении которых наше стратегическое взаимодействие и партнерство продвигается. В Минске в мае переговоры в верхах в Пекине состоялись, затем наши лидеры общались на полях саммита ШОС в Астане и определили там магистральные ориентиры для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества и по двусторонней повестке дня, и на международной арене. Связка России и Китая, как вы сказали, уважаемый господин министр, работает над формированием более справедливого многополярного мироустройства, продвигает принципы подлинной многосторонности, привносит позитивную энергетику и в ООН, и в группу 20, активно работает также в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Другие многосторонние площадки тоже имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся АСЕАНоцентричная архитектура. У нас единые позиции, мы должны сделать все, чтобы не позволить ее разрушить. И сегодня мы подробно говорили об этом только что на совместной встрече с коллегой из Лаоса, который сейчас председательствует в АСЕАН. Считаем важным такой диалог продолжать, сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в ее благополучие и процветание. На полях многосторонних мероприятий провести нашу встречу. Это у нас сложившаяся рабочая практика. Это также яркое отражение уровня стратегического взаимодействия между нами. Готов с вами продолжать эту добрую традицию. И нынешние китайско-российские отношения зрелые, стабильные, крепкие и самодостаточные. Постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, углубляется стратегическое взаимодействие. Широкие перспективы раскрываются в области взаимовыгодного сотрудничества, энергично наращиваются связи между гражданами, успешно осуществляются международные взаимодействия в условиях хаотичной международной ситуации и препятствия извне. Мы готовы вместе с российскими партнерами под руководством договоренности на высшем уровне, неуклонно в духе добрососедства, дружбы, навеки твердо поддерживать друг друга в защите коренных интересов обеих стран, всегда бок о бок, спиной к спине, двигаться по пути к совместному развитию, процветанию. Китай и Россия, как весомые страны в регионе АТР, партнер по диалогу АСЕАН, поддерживаются у нас хорошие контакты и координации по линии АСЕАН. Мы готовы вместе с вами бережно сохранять АСЕАН-центричную, инклюзивную, открытую региональную структуру сотрудничества, углублять взаимопонимание сотрудничества во имя мира, стабильности и процветания в регионе.